Архитектурный ансамбль площади имени Ленина преображается с каждым днем. Подрядчики приступили к новому этапу работ по благоустройству. Подробности в нашем сюжете. Центральная зона площади перекрыта ограждениями. Возле трех скверов ограду убрали для удобства подвоза строительных материалов. Совсем скоро там появятся красивые пешеходные дорожки. Окончены подготовительные работы под укладку тротуарной плитки. Установлены гранитные и бетонные бордюрные камни. И сейчас по этим лекалам будет укладываться плитка разных сортов, разных размеров и цветовых решений. Изначально проект благоустройства предполагает расширение пешеходной зоны. И уже есть ответ на главный вопрос всех автолюбителей. Как будет организовано дорожное движение после завершения реконструкции? Сейчас по очертаниям ограждения можно понять, какой ширины у нас будет проезжая часть. Чтобы снять все вопросы, что там заужается, не заужается. Ширина проезжей части будет 8 метров. Одностороннее движение сохраняется, но 8 метров вполне достаточно, чтобы безопасно совершать маневры и объезжать площадь. Не только проехать, но и припарковать автомобиль будет легче. В районе домов 357 по улице Ленина появится около 40 парковочных мест. Стоянки сохранятся и в скверах. Напомним, что работы по созданию комфортной городской среды идут с 12 марта этого года. Подрядчик обещает закончить благоустройство до осени, чтобы в сентябре жители и гости округа уже смогли оценить новый облик главной площади Серпухова.